Песню, которую я сейчас исполнил, тоже я репетировал в тот самый момент, его помните, да, рассказывал? Как недавно новые смыслы открылись вдруг этих всех песен. Так вот, когда я запел «Голос из струны», Васян первым делом заткнул уши. А после этого стал искать как раз наушники, о которых я рассказывал в начале концерта, которым совсем маленьким детям уши закрывают. Надел их, сел слушать дальше и сказал: вот, пап, сейчас нормально, не громко. Песня это «Голос из струны». Спасибо своей жене Ане. Ань, большое тебе спасибо за все счастье, которое есть в моей жизни. Ну, так или иначе, связано с тобой. Я очень люблю. Спасибо, ребята, до новых встреч.